Что ты, солнышко мое? Моя красивая девочка. Это Ханечка. У нее нету передней лапки. У нее лапки нету. Ей лапку отрезала поездом. Но она боится. Она добрая, но она все время прячется и боится. И чтобы ее погладить, приходится вот так залезать под стол, да, детка? Моя девочка хорошая. Хорошая. Мамина девочка. Маленькая, хорошая девочка. Напуганная моя девочка. Да, котик? Мамина. Ханечка моя. Хани, Хани. Вот приходится лазить под стул, чтобы погладить Ханечку. Доброго здоровья вам всем, друзья. Этот ролик о Ханечке. Сейчас в семье ее зовут Нелли. Таких историй, ребят, у нас очень много. Если вы просмотрите наши ролики, пролистаете их в самое начало, вы увидите, сколько у нас таких роликов. И эти животные из несчастного, искалеченного, зашуганного звереныша превращаются вот в таких ласковых, добрых, веселых, полных жизни и счастья зверят. Благодаря вам, друзья. Благодаря вам спасена Хани. Благодаря вам спасена очень огромная часть лохматой души. Я имею в виду именно искалеченных зверят. То, что вы полностью спасаете приют, ребята, это даже не обсуждается. За это вам отдельный низкий поклон. Перед вами, друзья, Ханечка. Если вы помните, мне позвонили и сказали, что на вокзале в песочной куче лежит ребенок с окровавленной лапкой. Я поехала. Нелли, Нелли. Ханечка очень долго была недоверчивая и пугливая. Больше года, почти больше даже полутора лет. Она пряталась под столом, в углах, под кроватью. Очень тяжело было приручать ребенка. Ребята, этот ролик не только о счастье и судьбе одного из несчастных бездомышей России. Этот ролик еще о том, что дружба помогает совершать настоящие чудеса. И благодаря вам, друзья, благодаря нашей сплоченности, мы пристраиваем, лечим и спасаем очень много бездомышей, искалеченных, потерявших веру. Друзья, Ханечка – живой пример. Таких, как она, сотни. И я буду стараться рассказать вам о них. О тех, кого мы спасали с самого начала. Если удастся отыскать старые ролики. Буду показывать и рассказывать о том, как мы с вами спасаем. И буду искренне вас благодарить. Спасибо вам, мои хорошие. Просто порадуйтесь сердцем, душой. Мамин, какая кнопка одной ладошкой можно накрыть? Он будет очень маленьким, ребенок. Только у нас это девочка или мальчик? Это мальчик. Это у нас крошечный мальчик. Ну, по активности сами видите, в общем-то, мы бодрились. Ты, Чиполлино маленькая, Чипик. Чипи-чипик. Глюкозу на течение дня сами держим. Угу. Я его дома кормлю. Да, сами смотрите, просили. Чего ав-ав-ав? Ну, Чипик, ты такой смешной. Ав-ав. Мое солнышко. Сейчас мама тебя заберет. Как оно у вас открывается? Ну-ка, мой золотой. Все, едем домой, красавчик. Ой, за Чипиком приехала Буся. Смотрите. Знакомься, Буся. Чипик, куда ты пошел? Ой, котенок. Мне так и хочется сказать, котенок. А он к ногам все время. Ну, сможемся, Буся. Крошечка. Буся. Буся, иди сюда. Буся, иди сюда. Буся. 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 Тебе же тоже надо нам показать, какая ты красавица выросла, да? Ну-ка покажись. Ой, ты малышечка такая сладкая. Ой, хорошая. Ну давай, забирай, вон тебе ребенка передали. Забирай. Лен, вам не кажется, что это уже традиция, что я вам передаю? Что я передаю вам щенков, малышей всех? Они похожи, правда? Очень, да. Так, мы написали, извините, мы... Ну, что теперь делать? Теперь все. Так.
забирайте ковер с собой. Буся, ома напрудили от счастья. Да. Это мы от счастья. Сейчас я уберу. Кто это? Ой. Ты чего? Все время игрался со всеми. Ой, пушистый какой. А это Оникс сидит в коридоре и не поймет, что за звери к нам пришли. Да, Мася? Кто это такой, Буся? Кто это? У тебя такой братик мой, будь играть. Да, братик. Не надо, не надо. Вот, это ревность уже. Ничего страшного, ничего. Ты Соня. Пёс. Ты Соня. Ну что, просыпайся. Нет? Мартин. Марчёш. Марчёш. Не хочешь? Ай, не хочешь, да, спать будешь. Мартин. 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 Бесполезно. Соня. Соня. Соня ты. Соня ты. Да, ай, какая ты Соня. Мартин. Ну, спи, спи. Сидеть, Мартин, сидеть, 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 молодец, пять, молодец, лежать, молодец, стоять, молодец, сидеть, лапу, молодец. Друзья, мы живем в разных странах, но для милосердия, для доброты, для сострадания и для дружбы границ нет. Так же, как в России,
Зоозащита работает в разных странах. В России мы только просыпаемся, но уже сделали много. В других странах это налажено более ярко. И я очень верю, что однажды так же будет и у нас. Верю, друзья, потому что мы русские. Нас только раскачать надо посильнее. А потом мы же лавиной пойдем. Я верю в вас. Верю в вас, друзья. Неважно, какой вы национальности. Повторяю, доброта, милосердие, сострадание, а главное дружба. Дружба между любыми нациями и народами. Она не имеет границ. Счастья вам, друзья. И от всей лохматой души я благодарю. Благослови Бог ваши дома и семьи. Спасибо. Thank you.
пользуйся новым ошейником. Ну, где у тебя новый ошейник? Красивый, да? Красивый ошейник у тебя. Давай мне неси, неси, неси мне сюда. Нет, не дашь мне игрушку. Рекс, а Рекс, Рекс, ну давай мне игрушку, то давай покидаю. Давай. Развалился. Да, развалился. Че, да не ухожу я от тебя, развалился. Не ухожу я. Тут, да, да, ты мой жопа. Ох ты, мой сладкий песик.